Нормально, да, у нас мясо продают. Я надеюсь, все это не пойдет на центральный рынок. Потому что это отвратительно. Они каждое утро приезжают машины и вот так вот они грузят свинину. Просто отвратительно. Посмотрите, как это все перевозится. А потом это на прилавках наших магазинов. Вот теперь вы хотите покушать? Купить свинину где-нибудь, непонятно где. Вон еще, судя по всему, одна приехала. И вот пока все это не разгрузит, он будет не шуметь машинами, своими смехами, рубками. Пожалуйста, загрузил земли, можно сказать, картоночек. И пошел. Поедет, сейчас подъедет новая. Ну, отсюда не видно, напишу. А это тот, кто собирает деньги, сидит. Собственно говоря.